посчитал потери. За прошедшие ночи у нас потери среди мирного населения, это было очень много женщин и 8 раненых тяжелых. Значит, от нас предложение подготовиться к эвакуации детей и взрослых, кто не желает оставаться в Украине. Вот, то есть для эвакуации у нас все есть, но за сегодняшний день, я думаю, мы решим вопрос, куда размещать людей. Потому что нужно будет договариваться о еде, о проживании, кто этим будет заниматься. Вместе эвакуации. Я думаю, сегодня мы этот вопрос решим, вот, потому что у нас есть возможность переезжать в район Святогорска, в район Брусина, в Россию, в Крым. Вот. То, что там за